Всем привет, дорогие друзья, мы на канале Фури, сегодня поиграем в Age of History Plus, вот, такой мод с ивентами на 36-й год, где вы можете свергнуть Гитлера, где в Советском Союзе может быть гражданка Троцкий против Сталина, где, например, не знаю, ну, короче, думаю, вы поняли, кстати, здесь делимитаризованная зона Босфорского пролива, ага. Ага, как классно. А то здесь прохода нету. Понял. Принял. И все имеют здесь проходы. Сегодня мы поиграем за Германию. Да, блин, какая Венгрия. Мы свергнем сегодня Гитлера и поставим на его месте демократов. И сделаем Германию великой. Что ж, давайте начинать, думаю. Что у нас поначалу будет минус 370 чем-то тысяч. Вот сейчас мы, например, проскипнем ход. Да, он долго длится, это ничего. После поражения Великой войны в ходе революции в городе Веймар была образована Германская республика. Германия потеряла 30% своих территорий и должна была выплатить репарации странам Антанты. В 20-х годах Германия началась экономическая катастрофа, вызванная ею гиперинфляция. В 1919 году Антоном Дресклером была организована рабочая партия, чуть позже измененная Адольфом Гитлером в национал-социалистическую. В 1933 году НСДАП одержали победу на выборах. Страна тут же начала меняться в не лучшую сторону для других стран. Ну, короче, вот. К чему это приведет, решайте только вы. За немецкий народ и минус, ну, не 70, а 40, ладно. Так уж и быть. Сейчас мы проскипаем несколько ходов до ремилитаризации Рейнской области. Вот, так сказать. А, мы даже это... Да. Хоп. Давайте вот так вот. Давайте. Вот. Сегодня мы победим, так сказать, в кое-чем. Вот. Приведем, значит, думаю, капиталистов, да. И что здесь можно привести? Коммунистов. Монархистов, то есть новую германскую империю сделать. И демократов, естественно, вот. То есть всякое есть. А я хочу тупо поиграть сейчас, восстановить капитализм в Германии. Ну давай, ремилитаризация Рейнской области. Вот где-то в марте должно быть. Да, ремилитаризация Рейнской области. Нужно свергнуть Гитлера. Немецкая армия и народ устали от нелегитимной тирании Гитлера. Время вернуть стране былое величие процветания. Смерть нацизму? Или же мы можем поиграть за этих? За Баварию коммунистическую? Но тогда мы будем воевать и с Германской империей, и с Германским рейхом. Поэтому тут я даже и не знаю. Поэтому давайте, хоп. Теперь у нас есть войска хотя бы. Мы их сейчас расставим. Вот. Вот сейчас их по-быстренькому расставим, то есть. Да, конечно, у меня сейчас лагает, но это запись, ребята. Тут ничего не поделаешь. Давайте заново распределим очки. Что больше дает? А, сбор налогов дает 1% всего лишь. Давайте доход от налогов. Они нас сейчас будут атаковать, да, видно, вот. Но сейчас им не поздоровится. Я вам отвечаю, сейчас им не поздоровится. На нахуй. Все, и здесь нанимаем армию. Да, на все деньги. И погнали. Мы сейчас будем двигаться в сторону Берлина, потому что нам надо его занять. Вот. Конечно же, для победы не как в Хойке надо занять ключевые города. А просто завоевать всю Германию, тогда мы вообще красавцы, то есть, да, вообще, то есть, ну, понимаете. Так, думаю, наша задача сейчас будет отрезать Баварию от снабжения, вот, ну, якобы, мы же играем, да, вот, просто вот так вот занять две позиции, все, оно останется так. Я бы сделал бы еще ивент, то есть, когда ты занимаешь Берлин, то автоматически
бы столица перенеслась там в Мюнхен. Если бы Мюнхен был занят, то там уже, ну, в другие города, серьезно, было бы круто, то есть детализация такая небольшая. Вот. Ага, 20 тысяч было, но здесь теперь 24 тысячи. Мы их сейчас, думаю, пробьем. Или подождите, сколько? Ну да, по идее, 24 было. Найс. Хорошо. Ща. И если что, в Хойке... Кстати, вы хотите, чтобы я снял Хойку? Прохождение за Германию в Хойке. Я просто уже ее скачал, думал записать серию, но не знаю, будет ли вам интересно или нет. Вот. Сейчас что нам надо? Сейчас мы нанимаем... А, не нанимаем, ладно. Вот. Я просто уже играл в Хойку за... ну, то есть гражданскую войну устроил. Там было выиграть, ну, невозможно, серьезно. Я еле там... Не знаю, занял Берлин, и то меня потом закрыли в котел, все. То есть, понимаете, да? Поэтому в Хойке за Германию, я не знаю, как побеждать. У меня кошка разносилась, я не знаю, что мне делать. Вот. Так, ну думаю, сейчас мы, ну да, мы пока что не выигрываем. Но сейчас все нормально, мы их закрыли в котел, можно сказать, небольшой. Сейчас надо нам занять некоторые позиции. Вот. Так, мы можем уже занять Берлин, но мы этого временного делать не будем. Давайте сейчас возьмем займы. Займы-то, так сказать, два займа. Нет, да, сразу три давайте займа возьмем. Да, наша экономика пошла по пи... Но ничего страшного, думаю. Нет. Тогда давайте не будем где-то атаковать. Не знаю, здесь не будем атаковать. Блин, все равно не хватает. Ладно, давайте. Потихоньку, да, они нас проатаковывают, но ничего страшного. Сейчас им не будет смешно, можно сказать, да. Вот. Сейчас мы... Ну, все, Берлин в котле, вот. Поэтому туда. Давайте. Да, ход длится долго, сори за это, но думаю, и так понятно, что мы тут выиграем. Сейчас бросаем все усилия на закрытие этого котла. Боже, эти очки движения меня серьезно сейчас заманут, я не могу. Они тупо меня уже достали с этими очками. Так, ладно, давайте. Пока что мы серьезно выигрываем, мне это нравится. Вот. Ну и последний, можно сказать, все, и мы больше не можем атаковать. Так, где-то мы не пробились, ладно. А, сокровищница пуста, не. И что же мы теперь делать будем? О, все, теперь есть деньги. Ага, ближайший порт дофига, поэтому нам придется поднакопить все-таки деньжат и немного все-таки нанять армию. А, хотя бы чтобы занять эти территории. Кстати, а где у нас столица, мне интересно. Вот она, здесь, Манстер. Победа хунты. Мы захватили самые главные регионы Третьего Рейха. Нацистское руководство подписало капитуляцию. Новая Германская империя, так сказать, вас восстановлена. Давайте сохранимся, чтобы, если что, да. Давайте сейчас тупо будем расформировать армию, потому что у нас бюджет уходит в жопу, да. Так, и так как мы пошли по пути демократов, то идем по демократам. Теперь мы Германская республика. Да, вот. Довольно это хорошо, как по мне. Теперь мы демократы. И можем сблизиться с союзниками. Давайте с ними будем улучшать отношения. Так сказать. Вот. Так, и мы, если что, да, до сих пор воюем с Третьим Рейхом. Давайте подпишем, так сказать, да, акт о его капитуляции.
Так, знаете, что бы я сейчас сделал? Давайте. Давайте. Новая Германская Республика. Потому что была уже Германская Республика, это Веймарская Республика. А мы новая, поэтому да. Так, ну все, мы полностью все расформировали. У нас все что? Ага, вот так вот все. Нормально, доход норм. У нас до сих пор правит военная хунта, хотя она не должна править, военная хунта. Почему военная? Ну, ладно, пусть правит, в принципе. Мы сейчас улучшаем, думаю, отношения с этими и с этими. Потому что нам надо с ними улучшать отношения. Вот. Но мы не имеем здесь прохода, это печально. Так, ну пока что да, у нас, конечно, по счастью, все ужасно. Вот, по счастью. Но нормально, ща. Ща все будет. Ну-ка, какой самый высокий? Это... Вот этот город самый счастливый, можно сказать. Да, у нас еще здесь ассимиляция поджидает. Так, сейчас какие у нас планы? Захватить Австрию, Чехословакию и, думаю, ну, Польшу. Вот эти регионы, да. Так сказать, восстановим Германию к величию, да? 4 ляма у нас, ага. Так, а кто самый продвинутый по технологиям? Соединенное Королевство. Ни хрена она здесь. Она довольно норм. Ну, мы вообще, то есть, ну, лохи, да. Кстати, интересный факт о этом моде сейчас найду. Вот Атланта. У нее 68 тысяч экономики. И что в Париже 86? Это как... Ну, это офигенно. То есть захватите норм. Такое, знаете, неплохое. Вот, мне интересно, что-то похоже есть там. Да, давайте по экономике чекнем. Есть тут что-нибудь? Нет. Не, больше в море ничего нету, кроме Атланты. Атлантиды. Франкисты и Народный фронт. Социалисты. Норм. Мы будем поддерживать. Ну, давайте все-таки франкистов поддержим, потому что... Мы против социалистов, так сказать. Давайте их запретим в нашей стране, можно сказать. Да и тут франкисты выигрывают, это уже понятно. И у них столица где? Правильно, вот здесь. Столица у них норм. Это что, международная зона Танжер? Вот это что? Что там кошка моя сделала? Ладно. Ну, франкисты тут победят, как по мне. То есть, ну вообще. Так. Германия, Германия. Ты наша Германия. Давайте уже готовить, думаю, войска по вторжению. Да, конечно, мы демократы, мы не должны нападать, но как нас учит американская демократия, которая вторгается в Ирак, в Сирию и куда захочет, то почему бы и нет? Угу, где-то мы даже не пробились. Это, в принципе, ожидаемо было. Да, это было слишком ожидаемо. Мы все-таки не подготовились нормально. Нас сейчас выбьют. Какой позор. Позор. Какой позор. Германия не справилась. Фу, германское правительство отстой. Ну, как бы сейчас мы победим, потому что мы ее изнуряем, можно сказать. Она нанимает кучу армии, кучу денег, короче, тратить, а мы тупо, ну, потратили там лям, не знаю, сколько потратили. Вот, и все. Где-то нас пробили, ладно. Все, Австрия наша.
Норм. Германия расширила свое влияние. Так, давайте всю армию в Мюнхен. Так сказать, вот. Так, давайте. Хоп-хоп. Так, следующий у нас идет Чехословакия, да. Вот. Так сказать. А что еще нам захватывать? Французскую республику, которая топ-1. Извините, нет. Я не хочу. Поэтому давайте лучше заходим в Чехословакию, там потом пойдем на Польшу, там Литва можно. Вот эту провку, как это? Мемель. Потом вот это забрать, Коллинг. Там. Кстати, интересно, провка есть. Где она? Интересно, провка, я знаю. Была в Адон Плюс или же в Сиге. Короче, провка под названием Даун. Да, норм. Если что, да. Сколько здесь? 19 тысяч. Норм, норм, норм. Мы сейчас можем имперский. А что имперский? А что это значит? Я не понимаю. Правительство. У нас стоит консерватизм. Это есть либерализм. Социал-демократия говнище, если что, полнейшее. Это вот где... Фашизм. Ой, фу. А в Португалии фашизм норм. А это что? А, это Болгария. А, это такая Болгария. А, Болгария гражданка, что ли, была? Да. Или еще фашизм? Ну, это понятно. Ну и все, в принципе. Больше фашизма, не знаю. Вот. City State. Ага, норм. Кстати, здесь есть Ватикан. Только не просите меня за него играть, это, можно сказать, одна из самых... А, не, а, да, видимо, ну-ка, сейчас чекнем, как... Сейчас чекнем, кто самый ужасный. А, самый ужасный по этот Тунгустан. Самый ужасный, даже Ватикан лучше. Это что, ага. Ну, понятно, да. Кстати, в Болгарии, видимо, серьезно, фашисты... Проиграли и пришли социалисты, ни хрена ж себе. Норм. Блин, вот знаете, чем мне нравится этот мод? Тем то, что ты можешь там. Да. Я просто не знаю, что сказать. Ты можешь привести хоть кого власть к власти. Серьезно, это офигенно. Ты можешь. Хотите серию, кстати, за Болгарию, там, за Румынию, не знаю. Будет интересно, его Турция демилитаризировала. То есть норм. Там Подманская Палестина, которая не под контролем. Там за кого еще поиграть? Я не знаю, за кого еще поиграть. За Советов можно поиграть, почему бы и нет. За Испанию поиграть в гражданской войне можно вполне, как по мне. Вполне, как по мне, поняли, ребята, йоу, подкол. Так, что-то мы слишком много отправили. Давайте где-то хотя бы по семерочке. Ну, по 7 тысяч отправим, так сказать. Ну, войск нам не особо хватит. Давайте что сейчас наймем, ничего страшного. Блин, я не знаю, даже... Вот эта карта обычного, вроде бы, стандартной... АОК, только немного измененная тем, что добавлен Лихтенштейн, Ватикан и все, то есть, ну, особо ничего не добавлено, ну, еще Антланта, да. Но это как пасхалка, можно сказать, она тоже слабая довольно. Вот, то есть, можно сказать, серьезно, карта от обычного АОКа, а грузит капец. Я не знаю, типа, чё так, ну, ладно, давайте нападаем уже. А чё, уже нападаем? Да, нападаем. Ё-моё. Так. Думаю, это будет легко. Довольно очень. Но она где-то может в одном кулаке, где-то в Праге, так сказать, нанять дофигища войск и нас проконтратаковать. У нее это получится. Но она ненадолго, ребятки, да. Потому что, ну, как бы, потому. Блин, я здесь не проатаковал. Ну, можно сказать, все, то есть, мы победили, слава великому германскому народу, да.
И мы уже как, знаете, в 38-м году уже, как, ну, обычная Германия, немецкая. Блин, немецкая Германия, шикарная, сказал. Так. Люнембург, ладно. Так, давайте освободим вассала, как Словакия. Ему, ну, немного, хотя нет, давайте ее так и освободим. А то почему бы и да. Так, давайте, у нас ближайший центр будет с лагерем снабжения, это Мюнхен. Вот. Не, мод мне серьезно понравился, ребята. Думаю, не знаю, я смогу найти этот мод на каком-то сайте. Я просто его качал с Discord канала. И смогу ли вам скинуть в описании ссылочку, я посмотрю. Если будет, то скачивайте мод, он серьезно прикольный, то есть, вот. Что там в США, подождите. Нейтральная республика Казахстан. Демократический... А, нифига, даже в США гражданка. То есть, поймите, этот мод серьезно офигенный. New Land. Великая Британия приняла фашизм и... Стоп, она серьезно потеряла свои колонии? Она потеряла свои колонии, бля. Бля, ребята, сейчас Германия пойдет колонизировать. Давайте с Сомали, а чё? Ну, не, а чё ещё? Африканский союз, найс. Давайте хотя бы... Ну, давайте колонизируем. Я просто думал, здесь уже Нигерия, а это Африканский союз, ладно. Сейчас мы, короче, пойдем Африканский союз завоевывать. Не, Либерию, думаю. А чё бы и нет, как говорится. Обычная Либерия, чё? Чё все так сразу? Да все, иди сюда. То есть сейчас мы проскипаем так. Польшу, думаю, завоевывать нету смысла. Да, да, она нам делов-то заварила. Но то, что в Британии теперь фашизм, она лишила, она воюет. А, стоп, Канада, а, да. Она тупо потеряла свои колонии, она еще воюет. Ой. А, норм. Ну, Индия, да, топ-5. Это офигенный мод, серьезно. Ну, Англа, не. Давайте сделаем так, чтобы было все честно. Не Англа, а Египетский Судан. Все, пусть так будет. И давайте 11-11-11. Понял. А, это я своим цветом сделал. 46-118. Да это... 46-118. И 59. Все, пусть так будет, серьезно. Думаю, так будет честно, потому что Англия уже... фашистом стало, блин, это, короче, я сфабриковал, за кого можно поиграть крутого, и я уже сфабриковал, поэтому ждите серию небольшую. О, Великая Британия возвращает свои колонии. Ну, кстати, а чем они до сих пор Суэцкий канал? Так, ладно, я думаю, сейчас проскипу немного, пусть наша армия подойдет, или она уже подошла. А, она уже подошла, все, можно отправлять. Давайте завоюем, ну, Либерию. Нам этого хватит, то есть, ну, серьезно. Мы не колониальная империя. О, Евросоюз. А, французская делегация прибыла сегодня в Берлин, где были проведены переговоры о создании альянса, заменяющего Лигу наций. Ага. Переговоры были успешны, теперь у нас есть вассал. О, нет, теперь мы... О, в нас в Евросоюз. Ля, это офигенно. Не, ребята, я думаю, продолжу эту катку. Я будет вторая серия за новую Германскую республику, серьезно. Это офигенный мод. Я в нем поиграл. Не, я еще знал, что это офигенный мод, но у нас теперь есть Евросоюз. Это довольно круто, кстати. Видимо, этот, так сказать,
Ивент только для Германии демократической, вот. Так, и мы объявляем войну. А, кстати, давайте еще Словакию пригласим, не? Сможем пригласить? Не, мы не сможем пригласить. Ну ладно. Пусть так будет. Норм. Так, ну небольшую колонию мы поимели у себя, можно сказать. Ура, наша колониальная империя. И здесь у нас будут теперь стоять войска пока что. Я думаю, знаете что? Да куда? Не, я думаю, этот альянс был создан для противодействия социалистов и таких ребят. Ну, вы поняли. Ну, короче, уродов. Как коммунисты и фашистов. Вот. Что ж, ребята, я уже сколько снял. Не знаю, сколько я точно снял уже, но...